У православных начался рождественский пост. Он менее строгий, чем Великий и Успенский. Длится 40 дней по 6 января. В это время особое внимание необходимо уделить своей душе. Добровольно отказаться от мяса, молочки, развлечений, тратить больше времени на молитву и добрые дела, чтобы в умиротворении встретить самый светлый зимний праздник. В Могилевской области энергетики продолжают восстановительные работы в районах, которые пострадали от непогоды. На востоке Беларуси в выходные была сильная метель. Мокрый снег налипал на провода и ветки деревьев. Специалисты напоминают, об аварии можно сообщить по номеру 144. Приближаться к месту обрыва ближе, чем на 8 метров, строго запрещено. В Бобруйске подвели итоги работы в сфере торговли и услуг за 9 месяцев. В целом прибыль по городу увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все потому, что на магазинных полках качественные товары и широкий ассортимент отечественной продукции по доступным ценам. Открылись и 5 объектов общепита на 146 посадочных мест. В Бобруйске водитель пытался дать взятку сотруднику ГАИ. Местный житель проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Чтобы избежать ответственности, предложил инспектору 100 рублей. Милиционер потребовал убрать деньги, однако нарушитель оставил купюру и покинул салон служебного авто. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. В городе планируют запустить совместный проект синагоги и отеля «Турист». В программе посещение еврейского дворика, аллеи праведников, место, где в годы Великой Отечественной располагалось гетто. Для гостей также проведут мастер-класс по изготовлению мацы.